сейчас. Мне надо его вынуть. Раз, 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 ага. Раз, 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 нормально. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите мне поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова. Я рад, что мы встретились именно вот в такой торжественной обстановке. И мы начнем наш концерт, первое отделение, с композиции, которая называется «Inside Straight». Ее автор считается Джулиан Кэннонбол Эддерли, выдающийся американский альтсаксофонист, которому я когда-то, еще в далекие 60-е годы, когда начинал играть на саксофоне, пытался подражать, потому что у него был уникальный звук, которого не было ни у одного из альтсаксофонистов в мире. И я пытался, стоя перед стенкой, чтобы слышать отражение звука, извлекать, вот играть, чтобы быть похожим на моего любимого саксофониста, потому что их музыка этого квинтета мне очень была близка. Ну, в то время, вы знаете, мы слушали только в эфире, там «Голос Америки» передавали, в общем, не все даже было понятно, но было мне ясно, что вот именно его звук мне подходит. Ну, и, в общем, в то время джаз у нас был полузапрещенный. Нам вообще единственное, кто нас поддерживал, это комсомол. Партийные работники вообще просто запретили все американское, они считались нашими врагами. А мы все-таки иногда играли концерты и в Москве, и где-то в других городах, и исполняли там вот разные композиции. И нам только комсомол поставил одно условие, потому что это было обязательно. Вообще ни одного слова по-английски не говорить, и название. И мы придумывали разные названия. И вот одно из любимых моих и других джазменов советских была тема «Inside Straight». Ну и тогда я помню, как один из наших выдающихся трубачей Герман Лукьянов придумал название такое «Прямого пути нет». Но когда прошло какое-то время, появился интернет и информация, и выяснилось, что на самом деле «Inside Straight» – это всего лишь расклад карт при игре в покер. Один из таких наилучших раскладов. Значит, вот таким образом произошел такой какой-то у меня лично такой внутренний конфуз. Тем не менее, вспоминая те времена, мы сейчас исполним как раз эту самую пьесу «Inside Straight». Я бы ее хотел посвятить памяти моего любимого альтсаксофониста Джулиана Кэннонбола Эддерли. I'm
Спасибо. Сейчас мы исполним композицию, которая тоже, в общем, довольно редкое произведение, поскольку его автор, которого звали Джеймс Инграм, молодым скончался, а Квинси Джонс, чей оркестр, в общем, до сих пор существует, и он... Квинси Джонс создавал свой биг-бенд специально, он отличался от всех остальных биг-бендов тем, что в его репертуар входили только хиты очень известных в прошлом и в настоящем музыкантов, причем самых разных стилей, джаз и рок-музыка. Этим оркестр Квинси Джонса всегда отличался. И вот композиция, которая сейчас прозвучит, она называется... Everything must change. Что означает, что все в жизни вообще меняется, кроме... И там идет такое перечисление. И вот сейчас мы исполним именно эту пьесу, посвященную как раз Джеймсу Инграму и его композиции Everything must change. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change, and no one stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold, 'cause till the end of time, nothing and no one goes unchanged. There are no many things in life we can be sure. Except rain comes from the clouds, sun rises up the sky, and the hummingbird do fly. Winter turns to spring, and wonder how we'll heal. But never much too soon. Yeah, everything must change. The old become the old, and mysteries do unfold. Yes, it is, 'cause in the end of time.
except rain comes from the clouds, sunrise up the sky, hummingbirds to fly. Rain comes from the clouds, sunrise up the sky, hummingbirds to fly. Спасибо. Сейчас вы услышите в нашем исполнении еще один хит, который был популярен во всем мире, поскольку он имел отношение индийской, древней индийской культуры.
эту песню вообще официально, если вы посмотрите в энциклопедии, она называется «Lotus Feet». И принадлежит она, в общем, человеку, который ее популяризировал. Это Джон Маклафлин Махавишну. Он как бы начал ее исполнять после встречи с неким учителем индусским Шри Чинмоем. Он приезжал в Европу, в Америку для того, чтобы пропагандировать как раз индийскую культуру. И вот он разрешил, послушав, как играет Джон Маклафлин, он разрешил ему исполнять эту вот мелодию и даже разрешил ему взять имя Махавишну. Вот такая история. Но сейчас мы ее тоже сделали по-своему, и вы услышите ее уже в нашем исполнении. Итак, «Корни лотоса». Oh,
Спасибо. Мы закончим первое отделение композиции, которая тоже является очень популярным таким джазовым хитом. Дело в том, что это была первая в истории джаза пьеса, написанная на 5/4. До этого, то есть до начала 30-х годов, вообще весь джаз игрался на 4/4. И вот в Калифорнии образовался, там вообще была масса коллективов очень интересных. West Coast, он назывался West Coast Jazz, то есть джаз западного побережья. И он отличался, когда-то я заинтересовался очень давно еще этим джазом и обнаружил, что там просто совершенно другая музыка по сравнению с тем, что считалось стандартами, то есть в Нью-Йорке, в Чикаго. И все было по-другому. Я очень увлекся, и, кстати, когда-то, еще в самом начале своей деятельности, старался исполнять именно West Coast Jazz. Чем поражал своих московских слушателей, я работал в разных джаз-клубах, и это тогда привлекло внимание, поскольку, в общем, тогда все играли, много было джазменов в Москве, все играли стандарты. А это вот мой квинтет отличался от всех остальных тем, что мы исполняли какую-то другую музыку. И вот сейчас прозвучит как раз эта самая музыка, к которой уже, к сожалению, все давно привыкли. Написал эту композицию Дэйв Брубек. Это человек, который, в общем, получил классическое образование и играл в основном, так сказать, используя те ноты, которые перед ним стояли. А название Take Five они придумали вместе с Полом Дезмондом, саксофонистом, его другом из этого состава. Они иногда встречались, и когда Пол Дезмонд показал Дэйв Брубеку наметки этого вообще произведения, спросил, как назвать. Ну, и тут им пришла в голову мысль. Они говорят, давай назовем Take Five. Дело в том, что это были простые люди, и они все время общались с какими-то работягами, которые встречались, когда расставаясь или просто, и говорят, Take Five. Это абсолютно то же самое, что когда наши работяги встречаются и говорят, дай петушка. Вот такой вот. Это говорит о том, что сама направленность, вся эстетика этих музыкантов была как бы шла от простого народа. И вот когда они приехали в Нью-Йорк и выступили, рискнули приехать в Нью-Йорк и там выступили перед джазовыми критиками, исполнителями, которые, кстати, никакого представления не имели о том, что делается в Калифорнии. Тогда не было связи никакой, никто туда не ездил. И, в общем, они вообще поразили. И даже сразу в одном из джазовых журналов вышла статья, которая так и называлась «Антиджаз». То есть их обозвали антиджазом. Это их не смутило. Они это все понимали. И потом они поехали уже гастролировать по Америке. И там, кстати говоря, их принимали очень здорово. И постепенно эта пьеса стала хитом. И вот сейчас вы ее услышите уже в нашем исполнении, где мы тоже что-то добавили своего. И вы поймете, что я имел в виду. Ну, в общем, итак, Take Five в памяти Дэйва Брубека и Пола Дезмонда. Won't you stop and take a little ride out on me? Just take five, just take five. Stop a busy day and take a time out to see. I'm alive, I'm alive.
so I can pay back the day. Out of single word, we say, it's a bunch of mom and not a play. Hell, you know your mind's up to me, as the tank is down on my feet. When I know it's mushy, it's squeezed, sending me on the way. And if it's bad enough to be so alive, you get off over time. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. So I could pay back this day. Not a single word we say. It's a fun to mom and not a play. Hell, you know, I'm right up with me. As the tank is down on my feet. When I know it's not shit, the squeeze sending me on my way. Thank you.
Won't you stop and take a letter right now? We'll meet just take five, just take five. Stop and visit and take a time out to see all the life, all the life. Don't be going down that lobby just so I can be back each day. Not a single word need we say. It's a fun time and not a play. Hell on our mind up in me. How's the second sound of my feet? Waiting always more shaky squeeze. Sending me on my way. You're never bad enough to be so alive. You do all very well. Start a little conversation now. It's alright. Just a cry. 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 Ансамбль «Арсенал». Спасибо вам большое. Сейчас мы сделаем небольшой антракт.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение с песни, очень известной, когда-то написанной как советскими, так и американскими авторами. Дело в том, что она посвящена дефолту, который произошел где-то с 28 по 31 год в Соединенных Штатах Америки, когда перестали платить зарплату, и в результате на улицах больших городов стали просто лежать, иногда даже трупы людей, погибших от голода и замерзших, потому что не топили. И, в общем, это американские власти старались всячески скрыть. Но вот тогда некоторые люди, которые, в общем, не испугались этого, написали тогда вот песню, которую я сейчас исполню. Она посвящена как раз вот всем этим проблемам, с которыми столкнулись американские люди. Ну, а наши в ответ, тогда шла холодная война, тоже решили использовать эту тему. И Леонид Ильич Утесов со своим оркестром, это было время вообще, когда джаз был запрещенный в Советском Союзе. Я очень удивился, когда услышал, как он поет, причем в непонятном мне каком-то стиле. Вот сейчас вы все это услышите и поймете. Мы начнем как раз с советского варианта, а затем вы уже услышите американский вариант. Это был такой поп-хит когда-то. Это мы исполним прямо одно за другим. Ну, а начнем мы как раз вот с песни американского безработного. Так она тогда называлась в советской печати. Для советских людей создавалось впечатление, что в Америке просто безработица, и все там умирают с голоду. А потом мы перейдем уже к американскому варианту. Ветер холодный заморозил меня, руки больные дрожат. Ни пищи, ни крова я не видел 3 дня, и не греет меня мой смешной наряд. Слышу я окрик модных дам, зевак, что ты стоишь на пути? Дай нам пройти. Эй, ты чудак, я для вас гнул спину с детских лет, я надсаживал грудь. Кончилась работа, денег нет, так дайте ж мне хоть что-нибудь. Через реки, горы и моря я прокладывал путь, в будущее счастье верил я, так дайте же мне хоть что-нибудь. Я страдал за вас в смертном бою, газ ядовитый сжег глаза. Я на танке лез в пешем строю, родины, честь и краса. Вы мне говорили, терпи, солдат, храбрым воином будь. Ведь вы ж мне говорили, что я ваш брат,
Так дайте ж мне хоть что-нибудь. Так дайте ж мне хоть что-нибудь. Так дайте ж мне хоть что-нибудь. Once I built a railroad, made it to rain against the time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a time? Once I built a tower to the sun, brick in river and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare our time? Once a holly soon, she looks well, full of the Yankee do-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 
Сейчас мне хотелось бы, чтобы мы перешли к музыке отечественной, классической музыке, причем популярной во всем мире. К таким композиторам относился Сергей Рахманинов. Его исполняют везде, несмотря ни на какие запреты. И особенно популярен его второй фортепианный концерт. И вот сейчас мы исполним вторую часть этого фортепианного концерта в нашей версии. И вы поймете, ну вот как мы почитаем наших российских композиторов. Итак, памяти Сергея Рахманинова, памяти его второго фортепианного концерта, который стал мировым шедевром. И вот сейчас вы это все услышите. Full moon in empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could have a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I use this magic moon to wish upon an actual moon. In my one wish comes true, my magic car make me feel with you. Thank you.
was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But then I dial the telephone, nobody's home.
when I was young and never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Спасибо вам большое. Мы закончим второе отделение пьесой очень известного музыканта. Его звали Джо Завино. Он отличался от остальных музыкантов тем, что он был глубоко верующим, духовным человеком. Причем не просто там христианином, и он верил вообще во все светлые силы, которые только существовали. И в этом смысле сегодняшний праздник тоже очень близок был бы ему, если бы он был жив. Но он, в общем, скончался, создав уникальный вид музыкального искусства. Это world music, это такой тип музыки, где можно было смешивать, уже не боясь, не стесняясь никого, что угодно, все стили. И это не считалось уже таким пороком плохим, как до этого было. Он ввел именно, вот навязал современной публике понимание, что можно смешивать все, лишь бы это было, это шло свыше, от Создателя. Вот такой был человек Джо Завино. И поэтому сейчас вы услышите нашу версию этого замечательного человека. Она называлась «Мерси, мерси». Это, в общем, такое обращение, которое можно перевести как «Помилуй нас, Господь». Итак, «Мерси, мерси». My baby, oh, she made a luck. Like one of those bonnets, sisters, they play the clap. Oh, but she got something much better than gold. I'm crazy about that girl, cause she's got so much soul. And I say, it's a kind of loving, kissing and hugging. Show the I'm a mellow, think that I'm a fellow. Way to know when she knocked me on my knees. God mercy on me, when she knocked me on my knees. Oh, there's no girl in a whole world that will love me like you do. Thank you.
Спасибо, спасибо. Ну а сейчас, наверное, подошло время все-таки
объявить вам имена участников сегодняшнего концерта. На синтезаторе и бас-гитаре Евгений Шариков. Наш барабанщик. Аркадий Баклагин. Я думал, что это другой сегодня у нас. Эдуард Петрухин. Просто я засомневался. На клавишных и фортепиано Юрий Погиба. Наш вокалист, гитарист и певец Марк Юсим. Ну и создатель ансамбля «Арсенал», его художественный руководитель Алексей Козлов.
Girl, you gotta love your man. Take him by the hand and make him understand. The well and good depend. Oh, life will never end. Girl, you gotta love your man. Riders on the storm. 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 Не бойтесь. Мы всегда с вами и вас всегда спасем. Riders on the Storm. Наш концерт подошел к концу. Спасибо вам. До свидания.